Ассаламу алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракату. Дорогие мусульмане, в этом году мы провожаем необычный месяц Рамазан. Без совместных ифтаров и коллективных намазов в мечетях. Но мы точно знаем, что любое испытание испослано нам от Всевышнего Аллаха. И значит, наша печаль по таравихам, ифтарам, надеюсь, тоже будет записана каждому, как поклонение и совершение этих действий. Этот месяц Рамазан очень многие из вас проявили активность, протянув руку помощи друг другу. Благодаря именно простому народу начала функционировать третья городская больница. Ваши пожертвования позволили приобрести все необходимое для того, чтобы можно было в ней принимать коронавирусных больных. Тысячи семей получили бесплатные ифтары, на дом необходимые продукты и медикаменты. Я благодарю Всевышнего за то, что Он зажег в ваших сердцах эту искру милосердия друг к другу. Пусть она никогда не угаснет. И да защитит нас всемогущий Аллах от бед этого времени. Хочу поздравить всех с наступающим праздником Иду-л-Фитри. Пусть примутся пасти тех, кто смог их соблюдать этот непростой месяц и зачтутся для каждого, кто хотел бы соблюдать, но не смог по причине болезни. Все ваши добрые деяния пусть приумножатся тысячекратно. Есть и немного печальное пожелание, если правильно сказать, моя настоятельная просьба. Не выходить на праздник из дома, не посещать в этом году близких, соседей, друзей для праздничного застолья. Давайте отметим этот день в своих домах со своими семьями и добрыми пожеланиями ко всем в этом мире. Сегодня является очень популярным снимать видео. Снимайте поздравления, добрые пожелания и отправляйте друг другу. Также категорически не рекомендую посещать в этом году кладбище. Для наших усопших достаточно, если мы прочитаем молитвы за них каждый у себя дома и сделаем дуа. У Всевышнего есть ангелы, которые, если Он позволит, оповестят наших покойных о том, что мы их помним и любим. Оставайтесь дома до тех пор, пока опасность минует, и можно будет делать это, не рискуя своим здоровьем и нашими близкими. Еще раз всех с наступающим праздником. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракату.